Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, у нас закончился турнир, и мы забираем свою награду. Так, 9000 сюрикенов, 50 ДНК на пульверизатор, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Плюс здесь еще награду. Так, открыли колоду. Хотя на самом деле мы ее не открывали, мы ее открываем только сейчас. Так, выпадает Бакстер-муха. Точно. Именно это самая навозная муха. Так, давай посмотрим дальше. Пройти серию испытаний. Это все понятно, это мы сделаем. Давай посмотрим, что на этой неделе у нас будет разыгрываться. Вот. Вот это совсем другое дело, друзья мои. Рокстеди пасхальный. Так, давай-ка я посмотрю по списку. Рокстеди, где ты у нас находишься? Сколько нам нужно для того, чтобы тебя прапать? Так, погоди-ка. Я вижу здесь... Ага, вот он, друзья мои. 100 ДНК. Ну что я тебе скажу, 50 ДНК мы с тобой однозначно получим, потому что я попробую по максималке, естественно, выбиться, то есть в топчик. Так, а по испытаниям у нас будет классическая бойня, девичья сила, усиление технодрома. Раньше бы я это с удовольствием ждал, потому что мне нужен был крэнк, а теперь крэнк у нас прокачан, поэтому я на полном расслабоне. О, смотри-ка, Бибоп, Рокстеди. Только ради этих гавриков я и буду, ребята, проходить это событие и, соответственно, фармить их. Ну, а девичья сила, сам прекрасно знаешь, у нас пройдена вообще на изи. Даже, я бы сказал, на автобое. Ну что, давай приступать тогда потихонечку, да? Давай тогда приступать. Начнем, наверное, с заданий. Нет, задание потом. Давай начнем с турнирки. Поехали. У нас с тобой имеется 11 откатов, но, естественно, мы их с тобой не успеем использовать, потому что сейчас попробуем без них. Так, слушай, 11-11 было. Что-то я тут немножко прозевакал. Ладно, ничего страшного. Ребят, не обращайте внимания, если буду немножко потупливать. Только проснулся, вот серьезно говорю. Голова еще не совсем шарит. Просто я поставил уже по времени 3:50. Думаю, нет, надо вставать. Хоть мне и на работу. Думаю, но встать надо. Буст обязательно нужно сделать. Единственное, что не знаю, сегодня успею ли я выложить видосик, или уже все-таки это будет завтра, во вторник. Так, ну что, с первой победой нас. Донателло, как ты видел, с одной плюшки всех уложил. Так и должно быть. Так, ну что, воин, 2 звезды, 76-я позиция. И спасибо, ребят, большое всем за ваше поздравление с юбилейной серией по черепашкам-ниндзя. Да, 801-я серия вот это у нас будет. Даже самому не верится, что очень-очень много. Много серий уже сделано по этой игре. Так, ну что. Здесь у нас нейтрализатор плюс Кирби. Массовой атаки жалко нет, конечно, ну-ка. Минус. Валяется. Давай вот так вот рубанем просто. Все, ребят. Ну, сам понимаешь, да? Первые поединки, они самые простенькие, потому что здесь только мы раскочегариваемся. Двигаемся дальше. Воин 3 звезды. 94-я позиция. 12-13 сразу же. Ничего себе. Хорошо, я согласен. Раз, два, три, четыре. Ну, уже, по крайней мере, 4 бойца можно брать. Так, тут у нас черепашки фильм плюс Кирби. Ну-ка. Кирби упал. Так, кролики. Замечательно сработали. Тогда едем дальше. Так, это мы пропускаем. И в элиту уже залетаем. 90-я позиция. 12-14. Смотри, уже 28-й ранг. Ну, конечно, до нас им еще далеко, потому что мы на полтинниках, но все-таки.
Так, начнем, наверное, с Леонардо, я думаю. Минус. Так, теперь Бакстер Стокман. Замечательно. И массовая атака кожеголовым. Вообще на изи. Ну что, тогда двигаемся дальше и смотрим. Мы перейдем сейчас, интересно, в элиту две звезды или нет. Да, элита две звезды, сотое место. Что-то мне подсказывает, что мы с вами в элиту три звезды сейчас не залетим. Так, давай-ка попробуем найти, я не знаю, 12-14, может быть. 12-15 вряд ли я, конечно, здесь получу, почему-то, мне кажется. А хотелось... Во, 13-15. Слушай, ну шикарно. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, уже, по крайней мере, все бойцы. Нас пятеро. Хан, да, здесь стоит. Давай я, наверное, с дебафа начну. Вот так, теперь попробуем удалить хана отсюда. Дальше, наверное, Микеланджело пойдет в отстой. Теперь не помешало бы Криса Брэдфорда наказать, если честно. Оу, почти всех. Ну, кабан, давай, нормально. Единственное, что я не уверен, что мы с тобой сразу сможем перелететь на следующий ранг. Потому что это нужно 100 ступенек сразу же, а это вряд ли. Так, ну что, ребят, шестая позиция. В первый раз у нас, кстати, на элите вот такой вот стопор получается. Первый стопор, я помню, когда мы бусимся, у нас где-то на сёгунах. Нет, даже на самураях, да, по-моему, начинается. Но никак не на элите. Ладно, ничего с этим не поделаешь. Погнали. Так, руби. Да ты серьезно, что ли? Даже не смог добить. Так, а если мы сделаем круговую? Ванька выжил, ну-ка. Все. Но сейчас-то должны, по идее, перейти. Сейчас посмотрим. Там шестая позиция. Элита, и место у нас 32-е, окей. 13-16. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, опять же, друзья мои, у них 36-я, хотел сказать, позиция. 36-й уровень. Ну, для нас это щепки, одним словом. Поехали. Шреддер со своей насмешкой вызывает этих дурачков. Плюс космический корабль. И все. Без сучки и задоринки проходим. Так, ну что, погнали тогда дальше, посмотрим. Ать, а вот мы и в самураях. 63-е место. 14-17. Окей, я согласен. И смотрю, здесь уровень идет 41-й. 41-й это максималка здесь, да? Окей. Ну что ж, давай сделаем так, наверное. Рафаэль, бросай черепки свои. Дальше кинем еще бомбочку для затравочки. И все. И они все лежат. Окей. Ну что, продолжаем, продвигаемся дальше потихоньку. Ать, а вот и самурай. Две звезды, 97-я позиция. То есть получается, что мы опять с тобой сейчас застрянем. Мы не перейдем на следующий ранг, к сожалению, ребят. Потому что 100 ступенек на самураях вряд ли мы когда-нибудь пробежим. Поэтому придется поделить на два этапа. Давай косюрики бросим. Теперь-то что? Ну, Мундагека, наверное, вольнем. Так, теперь бы желательно Кирби успокоить. Массовая атака от Рафаэля. Давай, Лео, жги. Замечательно. Ну что, поехали дальше. Посмотрим.
Ну да, ребята, тут удивляться нечему. 41-я позиция. 14-17 уже дают, ну, на общих интересах. Попробуем, может быть, повыше что найти. 14-18 хотя вряд ли. Хотя нет, дали мне 14-18. Так, раз, два, три, четыре, пять. Кстати, смотри, мы уже, ребята, приблизились уровнем. У него 44-й, у нас 55-й. То есть получается всего лишь где-то 10-11 уровней разница. Это уже опасно. Так, первого выходит Алапекс. Кто-то спрашивал, кстати, почему ты ее называешь Алапекс, ребят? Потому что это лиса, она величается как Алапекс. И другой факт, она сестра Шархана. То есть тигриного когтя. Я не знаю, по каким таким связям она ему сестра. Потому что они, как бы тебе объяснить, Шархан это тигр, а Алапекс это белка. Как они могут быть родственничками, я не знаю, ребят. Может быть, какими-то приемными там. Ну, то есть, знаешь, приемный брат, приемная сестра еще может быть, ну, родными, чтобы стать. Вот это вряд ли. Так, ну что, самурай 3 звезды. Интересно, мы перейдем с тобой в сёгуны после этого поединка, сможем вырваться или же нет? Сейчас мы это с тобой проверим. Так, 43-я позиция, да? 43-я, 44-я. Поехали. Так, массовиков затейников у нас сколько? Ну, маловато на самом деле. Вот у нас есть Лео. Мутагеноид есть. Ага, Кунаичи. Ух, как хорошо звездануло. И Донателло со своей кофемашиной. Даже надо было такую придумать махину, да, чтобы сделать чашечку кофе. И опять же, я так понимаю, эксперимент не удался, у него эта машина взорвалась и улетела куда-то. 35-я позиция, то есть это мы сейчас с тобой только в лучшем случае дойдем до сёгунов. Да. Тяжелый какой-то буст у нас получается, я не знаю, ребята, в чем дело. Задержка всего лишь прошла на сколько там? На 40 минут. И вот такая вот сложность. Хм. Так, тихо, тихо. Морозилку нужно добивать однозначно. Никаких хилов. Да ладно, ты еще не добил. Ё-моё. Упс. Так, подожди, все-таки надо ее добить. Так, кстати, теперь что, массовую атаку сделать? Фигня какая-то получилась, если честно. Так, 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 подожди секундочку. Давай, наверное... Отлично, Донни. Донни будет сюрики. Нет, он делает защиту. Нужно ли нам хилиться? Вот в чем вопрос. Давай хильнемся все-таки, на всякий случай. На всякий случай захиляемся. Теперь попробуем сделать вот так. Слабо было, очень слабо. Е. Так, Рок, кстати, упал. И остается у нас Роквелл плюс Донателло. На тебе. Ах ты, Роквелл, живучий какой-то, посмотри. Ты посмотри, какой он живучий. Упал. Ну давай, Шинигами, успокой его душу. Ну, по крайней мере, мы защиту ему понизили. Есть. Ну, напряженно было, согласись. Я уже было подумал, мало ли что пойдет не так, и все-таки упадет кто-нибудь. Слава богу, выстояли. Ну что, вот тебе и сёгуны. 84-е место. Так, 15-19. Может быть, дадите мне 15-20? Не? Не хотите? Не хотят. Ладно, придется соглашаться. А у нас здесь все, друзья мои. Что-то я тебе скажу. Это, наверное, один из худших бустов у нас получается. Ну, потому что, ребята,
Мы уже с вами практически в топчике. Что я говорю, какой топчик? Мы с тобой практически топовыми всеми бойцами сейчас отыграем. А находимся лишь только в Лиге Сёгунов одна звезда. Странно. Ну ты видел сегодня, сколько мы, да, с тобой? Две или три попытки делали для того, чтобы пробить, например, вот из элиты, да, чтобы перейти в следующий ранг. И было еще у нас на Сёгунах. На самураях, точнее. Ну, смотри, сколько бойцов осталось. Шиш да не шиша. Да. Ну ладно, мы предположим, сейчас мы с тобой перейдем в Лигу Сёгунов две звезды. А нам нужно... Обычно при топовом прохождении мы переходим всегда в Лигу Мастеров. Сегодня вряд ли у нас это получится. Так, идеальная победа. И куда мы переходим? Сёгун, две звезды, отлично. 93-я позиция. 15-20. Ну да, элементарно не хватит нам бойцов, к сожалению. Это надо принять. Этот факт нужно принять. Так, удар. Сделаем, наверное, баф. Он не будет лишним. Минус Мондагека. Уронишь? Уронил, молодец. Плюс ракеты. И остается лишь бибоп. Нашел, да, когда попкорн кушать. Ну, давай посмотрим, где мы окажемся сейчас. Но вряд ли мы перейдем, конечно. С 93-й позиции мы переходим на 53-ю. Дайте уже в конце концов, там, я не знаю, 16-21. А не 15-20. Не дают. О, есть, нашел. Нашел, друзья мои. Но тут, в принципе, уже и все. Шапочный, так сказать, разбор. Два поединка — это еще максимум, что мы можем из себя выжать. Так что в Лигу Мастеров вряд ли нам зайти. Ну, не всегда, как говорится, коту масленица, ребята. Ну, не вышло, не вышло. Что нам теперь делать? Нам делать только одно, что эту неделю нужно в любом случае пройти до тупого места, потому что Рокстеди разыгрывается на этой неделе. Даже здесь не получилось. Ёк-макарёк. Я думал, что хотя бы здесь сиганем. Нет, мы не сиганули никуда. Вот такие вот дела, вот такие вот петрушки. То есть 10 позиций буквально нам не хватило. Да. Ну что же, вот только сейчас мы с тобой сможем перейти в Лигу Сёгунов 3 звезды. А нам еще нужно будет один поединочек отыграть, и все. 70-я позиция, да? Буквально нам 2 поединка не хватило. Ну, ничего не поделаешь. 2 поединка не хватило. Ну, значит, не судьба. Поехали. Так, там, где у нас Рокстеди и Бибоп разыгрываются, ребята, я, наверное, все-таки сейчас пройду эти 2 этапа. Чтобы мы уже могли с тобой вот прямо с сегодняшнего дня начать фармить. Ну, как ты видишь, идеальная победа. И сейчас посмотрим, на какое место мы с тобой перейдем. На 32-е. Да, как-то так. Ну что, быстренько серию испытаний замутим. Раз, два, три, четыре, пять. Так, наверное, лучше сделаем. Поехали. Ну что тут у нас? Ага. Минус мелкий. Уронишь? Но ему все равно крышка и стрела зад. А здесь у нас Бибоп и Мутагеноид.
подарочки. Ай-яй-яй. Что-то как-то не получилось подарочком-то. И ракеты. Ну вот, испытание мы прошли. Так, теперь, по-моему, если не ошибаюсь, нам на крысиного короля осталось найти сколько там кружек. Или я что-то путаю. Так, поднять уровень персонажа. Дай ко мне список. Крысиный король, мы что-то тебе, по-моему... О, да тут еще дофига, ребят. Тут еще не кружки нам нужны, нам нужны очки. 3D очки. Так, одни нашли. Вторые. Третьи. Ничего себе, пошло что ли дело? Четвертые. Четвертые. Так, а нам нужно, по-моему, еще... Так, пятые и последние, шестые. Подожди, точно нам еще нужны? Да, последние очки находим. Есть. Так, давай смотреть дальше. Нам нужно еще 9 силовых ячеек крэнгов. Так, одну нашли. Вторая. Ладно, остальное будем искать уже в следующей серии, потому что мы уже выполнили задание. Так, поднять уровень персонажа. Мы набрали с тобой мутагена? Да, мы набрали, поэтому Макман прокачивается на 98 уровень. Здесь мы забираем оставшуюся награду и переходим на испытание, ребята. Классическая буня. Два вот эти уровня мне нужно сейчас пройти. Так, Лео, Раф, Майки, Донни, Сплинтер. Окей. Ну, тут можно врубить спокойненько автобой и наслаждаться нашей победой, потому что она будет очень быстрой. Так, переходим на вторую. Здесь у нас две консервные банки плюс два маузера. Тоже, сам понимаешь, это все на изи разбирается, потому что уровень противников 10. Так, и здесь у нас, ну, Бибоп это вообще не проблема. Так, подожди-ка, а разве Бибоп у нас не прокачан? Сейчас что-то меня вот это заинтересовало. Вроде бы нет. Надо посмотреть. Так, Бибоп классика. Секундочку, ребята. Так, Бибоп классика. Где же ты у нас находишься? По-моему, там где-то в самом низу должен быть. Так, это Рокстеди фильм. Рокстеди классический. Однозначно нам нужен, потому что у нас всего лишь 25 ДНК из 100. Да, вот он и Бибоп классический. Все, ребята, оба они не прокачаны, поэтому спокойненько их фармим. Просто спокойненько-приспокойненько. Поехали. Так, этот поединок мы тоже с тобой проходим. И уже начинаем потихонечку фармить. Уж не знаю, насколько будет хорошо это, конечно, получаться у нас. В принципе, там даже можно пройти и дальше, если не ошибаюсь. Они, по-моему, везде будут появляться. То есть вплоть аж до самого последнего этапа. Если я, даже если мы пройдем с тобой крэнга, они даже там будут. Понимаешь, да, чем тут суть? В чем тут речь? Окей. Так, сынка, покажи ко мне. Рокстеди получили. Вот смотри. Вот здесь вот. Поехали, наверное, будем сразу, да? Фармить. Опа, вот тебе и Бибоп. Дальше. А здесь вообще Бибоп и Рокстеди сразу же. Вот это вообще круто. Комикс-чувак. 20 жетонов. Это нам не нужно. Так, маяк. Еще Бибоп выпал. Так, нам нужен теперь Рокстеди. Вот он.
Так, ребята, смотрите, можно вот здесь тоже пройти и также попробовать пофармить. Поехали. Потому что здесь тоже разыгрывается и Бибоп, и Рокстеди. Ну, там, конечно, может еще и Донателло попасть. Но это ничего страшного. То есть, если мы с тобой будем в течение недели тратить сыр именно на фарм Рокстеди и Бибоп, мы, в принципе, можем такое довольно неплохое количество получить. Плюс в конце недели нам еще дадут 50 ДНК на Рокстеди, на пасхального Рокстеди. То есть, это тоже будет круто. Глядишь, потихоньку-потихоньку эти персонажи у нас прапаются. По фулочке, это будет вообще замечательно. Ну что, мы прошли с тобой этот этап. Давай попробуем теперь пофармить их. Так, Донателло классический. Окей, поехали. 5 сыра тратим, то есть 3 попытки у нас. Ноутбук. Опа, Рокстеди. И доллары. Все, друзья мои, ну я считаю неплохо. Очень даже неплохо. Здесь, конечно, тоже, ребята, можно вот фармить, но здесь уже прибавляется еще и Леонардо. Так, ну и все вроде бы. Да, друзья мои, можно, в принципе, смело закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.